Пять нарушителей тишины в минувшую пятницу привлекли к ответственности в Якутске. Госсотрудники ГИБДД провели массовую проверку транспортных средств, эксплуатируемых с превышением допустимого уровня шума. Вместе с сотрудниками в рейд вышла и наша съемочная группа. Проверку инспектора решили проводить в районе столичного речного порта на перекрестке улиц Кальвица, Новопортовская и переулок Энергетиков. Место выбрали, основываясь на жалобах жителей близлежащих домов. Поступают неоднократные жалобы от жителей данного микрорайона, что в речпорту собираются дрифтеры, громко работает музыка. За 2 часа работы сплошной проверки составлено более 10 административных материалов. 2 автомашины поставили на рейс-площадку. Свое внимание стражи порядка сконцентрировали на машинах, на которые хозяева установили приматок – спортивный глушитель, который и издает знакомый многим горожанам ревущий звук. Уровень шума измеряют специальным прибором и смотрят, превышает ли он допустимое значение. Ваши показания 94,3. Допустимое 96. Первый раз я пережал маленько, да, а остальные ровно 4000. А вот чтобы не пережимать, вообще глушитель, он создан для того, чтобы не издавать звук, а его наоборот его глушить. Понятно? Не обделили вниманием и любителей тонировки. Способность пропускать свет лобового и передних боковых стекол также измеряют специальным аппаратом. Инспектора идут навстречу водителям и допускают устранение нарушения на месте. В противном случае выписывают требования сроком на 10 дней. Но некоторые водители считают себя выше любых требований и покидают место остановки, ничего не устранив и даже не забрав предписание. Но от ответственности им все равно не уйти. Оно будет уже в базе отражено, потому что он отказался, но требование было выписано. И уже вследствие, через 10 дней, если он не устранит, уже он будет оформлен по 19.3 за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Его отвезут в суд, а там ему будет грозить штраф, либо административный арест. Всего же за минувшую пятницу за различные нарушения к ответственности привлекли более 30 водителей. Павел Танин, НВК Саха, Якутск.